проект «Паустовский» увидеть и испытать все, что возможно человеку? Насколько творчество Паустовского актуально для современного читателя? Какие темы в современной литературе вызывают особый интерес у читателей? Смотрите программу «Город С» 15 августа в 18:15. Гости в студии Оксана Носыч, главный библиотекарь филиала «Библиотека номер 5», и Ольга Пальникова, библиотекарь первой категории филиала «Библиотека номер 8» СМИПС, город Самара.